Всем привет! С вами Ирина. А в этом видео мы будем с вами пересаживать вот такую вот орхидейку, как шиллериана. Это тоже от Швертера. Они, вы видите, два растения в горшочке. На бирочке у нас написано просто карандашиком. Так, ничего не видно. А, нет, вот видно. Есть. Так, и мы также это растение с вами достанем и разделим, потому как чем больше корешков, тем потом сложнее нам будет рассаживать это растение. Листики, вы видите, какой имеет красивый крапуч. Многие любят это растение непосредственно за свои листики. Так, сюда, опа, есть, достали мы из горшочка. Ой, а эти очень легко у нас отделились. Отлично. Отлично, отлично. Все. Единственное, что у нас вот здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. С корешками. Есть. Отсоединили. Отсоединили мы корешки. Так, ну и будем садить быстренько обратно. Садим одно растение в его родной горшочек, а второе растение мы посадим в мой горшочек. Хотя я думаю, что стоит сделать наоборот, потому что у этого растения вы видите, что чуть-чуть меньше корешков, а у этого чуть-чуть больше. Поэтому этому растению вот в чуть-чуть большем горшочке будет куда комфортней, а этому растению с масенькими корешочками будет комфортней в меньшем горшочке. Стараемся по центру поставить растение. Вот и засыпем. С одной стороны, с другой стороны. Добавлю немножечко вот этой коры. Так. Ну вот так вот у нас получилось. Не совсем, конечно, по центру, но почти. Почти по центру горшочка. Так, ставим обратно бирочку. Так, и будем с вами садить вторую. Вот эти вот остатки перемешаем. И посадим с вами вторую орхидеюшку. Это чуть-чуть побольше. Корешков у нее также чуточку больше. Ну, это и по растению даже заметно. Если сравнить, это поменьше растение, это побольше. Соответственно, и корешков побольше и поменьше. Ну, это растение также подрастет и тоже будет красивое. Все. Вот так вот мы с вами посадили эти два растения. И вот что у нас с вами получилось. Красивые листики, очень-очень-очень. Такие вот они прям, каждый разный имеет крап. Это такой листик, а тут такой листик. Красиво. Ну все, спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.